Забудьте про климакс. Что поможет женщине после 45? Каждая женщина хочет выглядеть очень молодо, сексуально, нравиться мужчинам, полноценно заниматься любовью. И после 45, даже раньше, женщина наступает часто климакс. А если наступает у женщины климакс, соответственно, идет истощение яичников, сухость идет во влагалище, заниматься любовью совсем неприятно, а оргазмы исчезают у женщины, и вообще организм истощается, потому что гормональный всплеск уже слабый, и у женщины нету столько сил и энергии. Многие женщины идут, естественно, к врачу, им выписывают гормональные препараты, которые бывают не совсем помогают женщине, даже более скажу того, они иногда вредны женщинам. И наша задача восстановить, девчата, работу яичников. И моя гимнастика, интимная гимнастика, позволит вам это сделать. А так как я занимаюсь, разрабатываю свои программы более 25 лет. И сама тренирую интимные мышцы 25 лет, девчата. Естественно, я единственная на планете женщина, которая удержала интимными мышцами 14 килограммов. И проводя уже тренинги, занятия, выпускаю диски. Кто женщина занимается, кому за 40, они сразу же уже после первых одного-двух занятий чувствуют, что у них яички начинают наполняться, эстроген становится активный, слизистая улучшается, сухости нет. И, конечно, во-первых, это приятно вам. И заниматься, повторюсь, любовью со своим мужчиной. Есть комфорт. Идет прилив сил, повышается самооценка, естественно, у женщин, потому что она чувствует себя молодой, красивой, потому что как только яичники плохо работают, мы сразу плохо выглядим. И поэтому наша задача, чтобы наши яичники активно работали, чтобы максимально гормональный был всплеск. Я почему показываю, потому что там тренировка мышц, да, и есть упражнение целенаправленно на яичники, девчата, и вы сразу почувствуете результат. А в чем моя методика уникальная? Что, во-первых, я уже говорила, упражнения целенаправлены на яичники. Не просто на мышцы влагалища и только на связочный аппарат, а еще конкретно наполнение яичников. Но что для этого, девчата, надо? Чтобы вы не ленились и занимались. Вот такой шарик у нас есть вагинальный на сайте, да? Вы можете приобрести разные формы. Один из них я вам показываю. На него одевается насадочка для УЗИ, презерватив. А так мы его не вводим. Вводим в интимную зону. Если женщинам больно вводить, бывают такие случаи, нужно немножко смазочку нанести и аккуратненько ввести. И, естественно, мы занимаемся с грузиками, девочки. Да? Вы не переживайте, грузики есть разных весов, и 100 граммов, и 150, и выше. Для начала можно начинать с маленького веса, это не навредит. Часто женщины пугаются, что вроде вес... Вы понимаете, все, и таблетка может навредить, если вы будете правильно заниматься, будете сначала с маленьким весом, конечно, вы ничего себе не навредите. Наоборот, все будет улучшаться и подтягиваться. И тазовое дно будет эластичное, и яичники наполнены, и надпочечники, и щитовидка. Поэтому рекомендую свою гимнастику. И повторюсь, через несколько занятий вы уже почувствуете отличный результат. Вы будете всегда, повторюсь, молодо выглядеть. Потянется ваше тело, сам тубор кожи будет хороший, да, что часто косметологи говорят. Естественно, менопаузы может и не быть, вы продлите свое женское здоровье и, естественно, будете заниматься любовью с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои рекомендации, оставляйте свои комментарии. Вы можете на моем сайте приобрести диски, целенаправленно на эту программу. Мой сайт intimfitness.ru. Всегда с вами Татьяна Кожевникова.